Друзья мои, второй план передачи на телеканале ВОТ. И в гостях сегодня у нас Валентина Симченко, солистка театра Ленинградский мюзик-холл, да? И ныне преподаватель вокала. И мы с ней сидим тут и вспоминаем дела недавно минувших дней. И хотим с Валей тут затеять такую историю реанимации театра. Пусть не для нас, для новых поколений. Звоните 971-1911 и беседуйте с нами. Итак, вот мне интересно, ты приехала к ним, то есть ты как бы заново снова пришла в равноценную, типа имеется, у тебя даже там поглавнее ТМИЛ, московская, да, творческая мастерская. Ну да. И вдруг тебе надо сделать, чтобы стать... Да? Чтобы попасть в театр, нужно было необходимо пройти эту школу. А там были какие-то, типа, такие пожелания, что надо исполнять, какие-то песни при вступлении? Знаешь, что ли, это смешно, но судьба, видно, благоволила мне. В каком плане? То есть я встретила выпускницу студии как раз в том году, когда я приехала. Поступать в июле месяце, это были экзамены вступительные, вот, и, а я как по аналитике, знаешь, мне хочется узнать, что, где, ну, молодая же, что нужно спеть, какой репертуар, и я помню, пела на первом прослушивании «Красная стрела», помнишь, да, это «Красная стрела», ну, пела ее София Ротар. Да. Вот. Но на второе прослушивание, когда мы уже прошли, был основной отбор, я, посоветовавшись своей подругой, это Людмила Яценко, она работает как раз в том же ДК Днепроспецстали, откуда я начинала с хора, уехала к себе. И я взяла песню Валеры Леонтьева, как ни странно, «Куда уехал цирк». Вот с этой песни я сделала себе, сама придумала, благо были хорошие педагоги в ИТМИ, в филармонии в Горьковской. Я сама как бы сообразила, что-то так набросала, номер, сюжет, одела цилиндр на голову, завязала бант, нарисовала себе пятачок. Значит, у нас концертмейстер был Миша Вайнман. Он руководитель был нашей оркестровой группы, и он нам аккомпанировал. И он мне тогда сказал: а зачем тебе эта песня? Ну, типа, уже как бы не актуально, надо что-то. Я говорю, нет, я говорю, давайте вот сделаем так. Я помню, взяла лист бумаги, нарвала себе этих билетиков. То есть я полностью выложилась. Я сделала шпагат, в общем, батман кинула. То есть меня это уже девочки, которые учились в студии, соответственно, они меня, значит, подковали чуть-чуть. И я прямиком, меня остановили. То есть номер посмотрели, и Илья Яковлевич Рахлин, комиссия была в составе всех солистов практически, кто мог прийти, художественные руководители и прочее, прочее. Мне сказали: а кто вам делал номер? Ну? В ИТМИ? Я говорю, нет, нет, я говорю, не в ИТМИ. А почему? А почему? Почему вы оставили Горьковскую государственную филармонию? И я в шоке, потому что я же сбежала. Я оставила даже там трудовую книжку свою. А оказывается, позвонили с Горьковской филармонии и сказали, что я... Не берите ее. Да, не брать. Ну, Лев Ильич Рахлин, это наш режиссер был, значит, он сказал, значит, если сказали не брать, значит, надо брать. Ну, вот здесь как хорошо. И все. В общем, мы... Как бы меня зачислили. Ну, нас тогда зачислили четверых всего. Это была Нина Шестакова, сейчас народная артистка Украины, со мной училась. Ну, Ниночка. Вот видишь.
На Украине сейчас весь хлеб. Даля Садовскайте, Светлана Самойлова. Я всех помню, как бы вот своих сокурсниц, учениц. Мы вместе в спектаклях участвовали. Это было потрясающее время работать в мюзик-холле. Ездили в Москву. Илья Яковлевич, конечно, нас очень сильно старался везде, значит, своих молодых талантов везде, значит, выставить, ну, как бы дать возможность себя показать. И вот один момент был в Москве. Это был, вот здесь вот программка есть, концерт мастеров искусств. Москва, 86-й год, где в концерте участвовал, тогда еще был Григорий Климец, вот у нас дирижер. Участвовала, вела программу Миронова Мария, Рюмина Людмила пела, сейчас уже народная артистка. У нас есть, кстати, фотографии. Вот недавно я ездила в Москву с Огоньком. И у тебя вот есть в папке здесь? Да, да, да. А можно пусть у нас идут фотографии, а то мы не сможем посмотреть. Да, вот. Иосиф Давыдович Кобзон участвовал, Рымбаева, Андрей Калайда. Очень много интересных артистов. Ну, а так как всегда почему-то получалось, что я открывала концерт, первая начинала концерт. Соответственно, мне хотелось выходить не с одной песней, а, ну, хотя бы спеть две. И вот был такой один раз казус. Значит, а это было не в этот концерт, это другой еще. Тоже мы выступали в Москве, концертный зал «Россия», сейчас уже его нет. Значит, я решила самостоятельно прорежиссировать свой выход. Я, Толя, ты не представляешь, что я сделала. Я вышла и спела акапельную песню, которая вообще в программе не должна была быть. После этого я стала петь «Саратовские частушки». Но когда я вышла, и Григорий Климец взмахнул палочкой дирижерской, то он понял, что что-то не то, потому что я запела совершенно акапельную, совершенно другую вещь, и за кулисами шорох пошел. Что это такое? Что за произвол? Как это Семченко, в общем, себе позволяет? Какая-то там студентка и вообще... А мне так хотелось, и я про себя думала, ну, будь что будь. Вот, ну, уволят, значит, все. Но зато я вот спою вот то, что я хочу. И вот я спела тогда, помню, акапельную песню «На вечерней зорьке утушку убили». Была такая русская фольклорная вещь. «На вечерней зорьке утушку убили». Утушку убили, метко подстрелили, лишь одна дробинка в сердце ей попала. За кустом болота удочка упала. А в оркестре есть первая скрипка. Был тогда у нас на первых скрипках Ирина Иванова сидела, это моя подруга. Да, да. И сидел... Коля такой сихудик. Нет, он сейчас в Израиль уехал. Боря Берлинский. Берлинский, Боря Берлинский, да. Как его зовут? И он перед этим на скрипке сделал пам. Ну, то есть тональность. Как я там в тональность-то войду, не войду. И закончу ли я в этой тональности? Потому что это же акапельное пение. И когда я закончила, он там пам. И я помню, мне оркестр постучали. И зал встал, и мне аплодировали. Вот, наверное, меня только это спасло, что я... Меня никто не уволил, и я не получила никакого выговора. Это было вообще феноменально. И сказали, вот теперь в этой комбинации так и пой. Да, и меня вот, да, ну, в общем, Илья Яковлевич сказал, что, Рахлин Илья Яковлевич сказал, что нам нужна русская певица, не будет конкуренции, хотя я так упиралась вообще, мне так хотелось эстраду петь, и, ну, разные, ну, не давали возможности, слава...
Богу, мне давали возможность это все делать, но с большими усилиями. Мне приходилось доказывать, что я могу это доказывать, постоянно доказывать. И самое то, что самый факт, что меня Илья Яковлевич никогда не хвалил. Вот никогда. Он мне только делал постоянно замечания. Ну, надо ему отдать должное. Да. Хвалил он просто кивком головы. Да, да, да. И все. Да, да, Толя. Ну, так что, конечно, мюзикл, театр – это великолепное это зрелище. Давай мы посмотрим видео, иначе да. Все наши 15 роликов мы не посмотрим.